Друзья, всем привет! С вами Леся. И сегодня хочу вам показать свой небольшой заказ из магазина Сифра. Это будет нужная покупочка, но также помимо моего небольшого нужного такого тонального крема, собственно, это и есть покупка, будут также подарки, их немало. Поэтому давайте буду рассказывать. Значит, тональный крем мне был нужен. Это такая, знаете, нужная покупка, не совсем срочная. Сейчас у меня есть тональный крем, который я использую, Estée Lauder. Но так как он в ходу, пользуюсь я практически каждый день, потому что практически каждый день выхожу на улицу. И объемы сейчас в тональных средствах маленькие, уйдет он достаточно быстро. И я не хочу, знаете, чтобы у меня быстро закончился. Я оказалась у разбитого корыта, мне нужно было срочно покупать. Обычно, когда срочно что-то бежишь покупать, покупаешь какую-то ерунду. На этом я уже словилась. Поэтому я решила приобрести тон немножко заранее, буду спокойна. Девочки, сразу хочу сказать, тональники и пудры я использую по очереди. Закончился один продукт, достаю второй. У меня нет открытых, там, 2-3 пудры, 2 тональника. Да, я его открыла, потестировала, чтобы знать, что цвет мне действительно подходит, что я могу на него рассчитывать, и он будет ждать своей очереди. Значит, с тональными кремами от Sephora, конечно же, я знакома и покупала, и использовала, и все мне нравилось. Это достаточно новый, да, последний их тональный крем, Best Skin Ever. Здесь 25 миллилитров, это стекло, и оттеночек у меня 0,4N. Это N нейтральный оттенок. Я хотела еще, сомневалась между вот этим вот оттенком, и также хотела из розовой линейки P, Pink, да, взять, но перевес именно в этот тональный крем ушел, именно оттенок этот взять. Сейчас расскажу почему. Собственно, здесь есть дозатор и сам оттенок. Сам оттенок мне подошел, светлый, красивый. Что еще мне нужно? И несмотря на то, что это N, нейтральный оттенок, вот он такой, то есть это не вода, не что-то прям, знаете, такое легкое-легкое. Он светлый, он достаточно светлый, и я бы сказала, что он с таким даже розовым подтоном, хотя позиционируется как нейтральный. Сейчас его разнесу на руке. Очень приятный, смотрите, легкий, он практически не имеет никакого запаха, но при этом какой-то вот такой легкий, легкий, цветочный, цветочный, совсем-совсем издалека, если прислушиваться. Ну вот, собственно, вот эту руку я не тонировала, а вот эту затонировала. Ну, среднее такое неплохое покрытие. Не будет эффекта маски, будет просто хорошая личка. Я так думаю, потому что тональные крема от Sephora мне никогда еще не разочаровывали. Взяла я этот тональный крем и, собственно, почему взяла именно этот. И я рада, что я его взяла, но также я все равно хочу еще взять тот пинк. И действовала акция при покупке определенных тональных кремов, не именно Sephora, а вообще любых брендов. И смотрите, допустим, на этот тональник действовал подарок, на оттенок Pink не действовал. То есть разные бренды и разные линейки, и в этих линейках выборочно тональные крема участвовали в акции. Как-то так, надеюсь, хоть как-то более-менее понятно я описала. И что же мы получаем? Мы получаем сэмпл спонжа Beauty Blender. Когда я это увидела, я еще подумала, ну как это сэмпл спонжа? Ну вот такой вот сэмпл. Я, честно говоря, хочу купить спонж Beauty Blender, но вот меня, знаете, грызет сомнение, то, что я куплю спонж, который будет стоить почти 2000 рублей, и так как я пользуюсь регулярно тональным кремом, я после каждого нанесения мою спонж, я боюсь, что он меня быстро порвется. Но вот у меня такое вот
отношение к спонжам, потому что у меня были и Givenchy, и Make Up For Ever. Конечно, они более длительны по использованию были, но какого-то вау-эффекта я не заметила от них, поэтому как-то и насчет бьюти-блендера я сомневаюсь. Ну, тут довелось, мне доведется попробовать. Собственно, я увидела вот эту малютку и думаю, ну, как? Значит, здесь такая вот схема. Здесь вода. Я изначально думала, что может быть здесь мыло, а здесь типа спонж, потом его помыть этим мылом и также мыло попробовать. Но нет, здесь вода. Нужно надавить вот на эту капсулу. Вода зальет, получается, пространство вокруг спонжа. Нужно спонж понажимать, чтобы он впитал в себя. Он должен стать в два раза больше. То есть вот такой вот уже капелькой. Открывайте и пробуйте. Я не знаю, честно говоря, насколько он набухнет и как именно его использовать. Может, как-то вот под глазами прорабатывать более детально зону. Ну, в любом случае, я попробую хотя бы этот материал, хотя бы что-то, хоть какую-то зону попробую в нанесении. Мне любопытно, реально для меня это прям любопытство, и так как я никогда не тискала, не видела вживую Beauty Blender, мне будет интересно. Эта малышка изготовлена из того же материала, написано, что и обычные Beauty Blender, то есть так вот. Ну и, собственно, дальше подарки уже идут от марки Sephora. Действует акция, по-моему, она еще сегодня действует, 12-13 числа. При покупке на 700 рублей вы получаете сменный флакон. Но пока есть наличие. Честно говоря, я уже заходила и видела, что никаких сменных флаконов не падает. Три варианта. Либо же баночка, либо же обычный такой флакончик, самый стандартный, да, с откидной крышечкой, либо же с таким вот распылителем, как достался мне. Честно говоря, я хотела либо же вот такой вот, с таким вот, видите, распылителем, либо же баночку круглую. Обычный флакон, ну, как бы мне ни к чему. Мне понравилось то, что, смотрите, она достаточно небольшая эта баночка, здесь 30 миллилитров. Давайте откроем с вами. Смотрите, достаточно милый такой компактненький флакончик. И здесь достаточно редкая такая вот штучка, распылитель. Вот этот вот. Сейчас тональником все измажу. И для меня эта баночка актуальна. Сейчас скажу почему. Потому что есть такие парфюмки по 10 миллилитров в ручке, которые очень часто имеют формат роликового нанесения. Я ненавижу, вот когда роликом мазюкаешь по телу, плюс это не гигиенично, плюс неудобно. Я такие духи люблю вскрывать и в баночку переливать. Но у меня давным-давно нет вот таких вот баночек с таким распылителем, потому что они достаточно редкие оказались. И мне приходится мучиться вот этим вот роликовым аппликатором, да, наносить духи. Очень часто дарят такие духи по 10 мл с таким аппликатором. Очень часто акции какие-то при любой покупке, ты думаешь, сейчас возьму эти духи в ручки, буду ими пользоваться, получу еще какой-то крутой подарок, а оказывается, что это неудобно. В общем, мне этот подарочек как раз нужный. Маленький такой флакончик, если, допустим, 10 миллилитров, это где-то вот так будет. До конца трубочка достает, думаю, буду с удовольствием пользоваться. У меня, кстати, есть сейчас от Gucci Memory парфюм, который вот с этим вот роликовым аппликатором. Я его вскрою, этот аппликатор достану, перелью сюда и буду пользоваться нормально, кайфовать от аромата. Также, что меня удивило, здесь еще вот такая вот воронка идет в наборе. Я, честно говоря, не ожидала, просто по одной простой причине, что, во-первых, это подарок, это флакон, нигде не заявлено, что будет еще воронка, но это очень-очень большой плюс, потому что действительно иногда что-то хочется перелить, а у кого такие руки, как у меня, обязательно вы половину разольете. Поэтому да, пригодится. И сразу хочу сказать, тональник я именно хотела заказать, и то, что подарок Beauty Blender я увидела только после того, как я выбрала именно этот тональник.
выбирала себе оттенок, и только тогда я выбрала. То есть ничего ради подарков не было заказано, а подарки — это просто приятный бонус к желанной покупке. Так, от 1000 рублей также при покупке Sephora Collection падает вот такой вот блеск Glossed. Это тоже их достаточно новый блеск в оттеночке 120 Fly. Здесь небольшой объемчик, но, в принципе, вы знаете, 1,9 мл, если вы любите блески, просто можно, блески, помады, такие вот нюдовые, просто можно покупать Sephora, и она вас будет обеспечивать этим добром, и вы не будете покупать сами. Смотрите, какой красивенький блеск, он такой как бы персиковый с рыжинкой. Девочки, я не буду открывать, надеюсь, вы понимаете, я блесками не пользуюсь, и даже не имеет значения, какого он оттенка, оттенок абсолютно не мой, а даже дело не в этом, я просто вообще не пользуюсь блесками, открыть и выбросить я не хочу, я его просто подарю, и человек будет пользоваться новым блеском, радоваться. Вот такой вот он сверкающий, он с розовой ноткой, здесь вы прям таким его персиком, рыжиком видите, ну, в нем есть какая-то такая розовая нотка, достаточно приятный, как по мне, блеск. Если бы я пользовалась блесками, я бы была бы рада, но я этого не делаю. Когда-то давно я пользовалась только блесками, помады вообще не любила, я это рассказывала, и сидела только на блесках, но потом как бы мои макияжи менялись, вкусы менялись, и сейчас я пользуюсь только помадами. Так, и еще был один подарочек по индивидуальному промокоду. Вот такая вот звездочка от Sephora. Это у нас манго. Я знаю, что эти звездочки очень ароматные. И доченька будет принимать ванну. Она любит такие штучки. Использую ребенку. Дадим, пусть побалуется. Все, это все были покупки и подарки. Я считаю, очень выгодно и очень приятно. При том, при всем, что я купила именно то, что хотела. Очень-очень рада, очень-очень довольна. Все, всем вам большое спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока.